Итак, мы получили в подарок вот такую штучку. Нам ее подарил мистер Ли, я не помню. В общем, мне ее Франциско привез и сказал, что это именно от производителя, и он хочет, чтобы мы попробовали. И мы попробовали. И сейчас мы покажем, как это происходит. То есть сначала мы из проволоки отрезаем кусок нужного размера. То есть нарезаем вот такие шайбы. Специально гильотиночку сделали такую. Потом взвешиваем. Вес сделан больше, чем нужно. Ну, пока все еще в стадии экспериментов, но уже так, технологию отработали. Отлично. Теперь, ну, хватит. Теперь давай, как мы будем штамповать. Перехватываю камеру. И начинается штамповка сама. Укладывается через форму и подбивается. Да, я с другой стороны встану. Я не знаю, по фэншую мы это все делаем или нет, но пули получаются. Я предварительно отстрелял. Все отлично. И я планирую на следующей неделе, когда я вернусь с командировки очередной, хочу на видео отстрелять эти пули на новых же стволах альфовских с R5. Пуля весит 2,25, да? 2,25. То есть она чуть-чуть потяжелее, чем GSB-шная. Конечно, мы со временем обзаведемся всяческими приспособами, чтобы это было удобнее, быстрее. Может, даже поставим электрический пресс. Да? Ножкой нажал, он раз, даванул. То есть вот сейчас идет прессование первой матрицы. То есть она формирует в основном переднюю часть, голову и частично юбку. Сколько здесь? 15 или 10 штук? 10. Матрица очень качественная. Сколько разбежка по весу? В сотых долях идет, да? Да, получается. Несколько соток получается. И то это я, может быть, даже списываю еще на то, что мы процесс только-только осваиваем. То есть мы еще не достаточно. А ты не срезаешь сразу, да? Нет, мы в конце срезаем. А в конце срезаете? Mm-hmm. А Франциско говорил, что надо срезать, а потом опять прессовать. Ну, давай, как делаешь, как делаете. И вот сейчас вторая уже матрица, которая окончательно формирует пулю. В смысле, второй понсон. Или я неправильно Франциско помню? Ну, по-моему, говорил, что после первой надо срезать и после второй срезать. Мы вот сейчас, когда уже в конце формируем, срезаем, mm-hmm. потом еще смотрим и поддавливаем некоторые по второму разу. Mm-hmm. Я понял. Дальше. Вот в комплекте идет нож специальный. Он с определенным углом заточки.
А я бы как дунул бы до самого края. А мальчики у меня тщательные. Не то, что я раздолбай. Сейчас ты смотришь, надо ли додавливать еще, да? Угу. Еще надо? Ну да, если поставить пресс от ноги, побыстрее будет, да? Ну, это все уже такие апгрейды, которые нужны, если мы занимаемся массовым производством. Мы же пока только экспериментируем для собственных нужд. Матрица двусторонняя, то есть можно формовать сразу 20 пуль, а потом уже ее разнимать. Но мы сейчас разнимем одну сторону, чтобы ускорить съемку. И теперь их оттуда надо аккуратненько вытащить, чтобы не повредить. И потом их нужно немножечко будет отгалтовать через в тряпочке. Отлично, бери камеру. Вот процесс такой, ну, он достаточно известный, вопрос только лишь в качестве и самой матрицы. И, насколько я знаю, на рынке сейчас матрицы производства вот этого человека наиболее качественные, что, в общем-то, и понятно по цене, по которой они продаются. Я уже предварительно отстрелял, мне результаты очень понравились, очень хорошо летит. Просто я сейчас не могу снять на видео эти отстрелы, потому что уезжаю. А по возвращению в обязательном порядке я делаю подробный отчет по этим новым пулям, сделаю отстрел. По крайней мере, мне вот для чего это интересно, чтобы было понятно, что, например, дело не в стволах, да, ну, бывают там разные там матрицы и прочее, разные пули, народ там чем только не стреляет. Понятно, что те, кто уже искушенные, они используют GSB только, кто-то использует H&N, а некоторые там какие-то гаммы, еще что-то, ну, вообще бред. И потом они начинают жаловаться, а у меня не летит. А начинаешь вопрос осторожно задавать: дорогой, а ты чем стреляешь-то? А я вот там
купил там чего-то такое, я даже не знаю, как это называется. А, ну все, попробуй GSB. О, полетело. Вот. Ну, бывает так, что и GSB не летят, ну, на некоторых стволах. А, и поэтому для меня эти пули важны в первую очередь именно для проверки того, что у нас все нормально на нашей стороне. То есть нужно подбирать пулю. Ну и плюс к этому, я не любитель 2.2, мне шестерки достаточно 1.645, но все равно интересно. Я поэкспериментирую, и на охоте посмотрю, и по ветру посмотрю, и прочее, прочее. Ну, то есть такой эволюционный шаг вперед. Ждем следующего видео. Спасибо. Пока.